всем. Надо было ехать. Ладно, ничего страшного. В смысле, ты в перекрестке остановилась? Да? Конечно. Что ж, ничего страшного. Ладно, уже остановилась. Ну, ты сейчас пешехода пропускаешь и едешь дальше. Поехали. Так, вот это не автобус, вот это автобус. Поехали, он стоит. Так, а если я так остановлюсь? Ну это не, ну, не сдача экзамена. Что ты там остановила? Это ж не пешеходный переход регулируемый, а перекресток. Ну да, ты зашла на мигающий, уже как раз загрелся, пропустила пешеходов и поехала. Поняла?